28 сентября в Севастополе открылся прием заявок на второй Севастопольский региональный конкурс «Профессиональный юрист». Одна из главных его задач – стимулировать опытных и начинающих специалистов к профессиональному росту. С помощью испытаний организаторы конкурса находят новые кадры для работы в сфере юриспруденции. Заместитель генерального директора компании, ваш консультант Ольга Пулич рассказала, что в прошлом году свои силы в профессиональном мастерстве проверили 176 человек. В этом году ждут не меньше участников. Хочу отметить, что участие в этом конкурсе совершенно бесплатное. Конкурс состоит из трех этапов, и проводим мы его в трех номинациях. Это гражданско-правовая, уголовно-правовая и государственно-правовая номинация. Вот. Конкурсантом может стать любой специалист, имеющий юридическое образование, либо неполное юридическое образование. Ольга Пулич отметила, что в состав жюри вошли представители правительства и законодательного собрания Севастополя. Председатель комиссии – заместитель председателя Севастопольского городского суда Владимир Решетняк. Конкурсантам будут предложено 22 вопроса в виде тестов. Да? Первый тур конкурса проводится заочно. И каждый может ответить по своей номинации выбранной. Второй тур и третий тур нашего конкурса проводятся очно. Второй тур у нас будет проводиться 16 ноября, третий тур 23 ноября. Вот. Во второй тур выходит 27 участников, по 9 из каждой номинации. Подведут итоги конкурса «Профессиональный юрист» 30 ноября. Церемонию награждения приурочат к профессиональному празднику «День юриста». Подать заявку на участие в состязании можно на сайте, который вы видите на экране.